Воспоминания крысы Фроси, серия вторая. Ой, серия третья. Конец истории. Ну что, а вот я и надавала всем копам. Я уже нахожусь сейчас дома. И скоро, совсем скоро я возражу Леонардо. И никто в этом мне не помешает. И я буду править миром. Наверное. И мне никто никогда не запретит это делать. Я думаю, что все уже поняли, кто тут генералиссимус. Это я, крыса Фрося. Знаете, скоро я буду в ужасе купаться в крови. И меня никто не остановит. Я исправлю свою ошибку. Так и знайте. Перевел и озвучил Даниил Залиско. Автор идеи Даниил Залиско. В ролях Фрося Тихоперновна и ее клетка. Всем пока! Вы были на канале Смайл ТВ. Поаплодируем Фросе.